Итак, здравствуйте. Перед нами масляный фильтр Кёльбеншмидт. Написано Германия, Кёльбеншмидт Germany, но нигде не написано Made in Germany. Вот. Фильтр 4297 ОС. Ставится он на Audi, Seat, Шкоды, Volkswagen. Позже уточню в отчете, фотоотчете, какие именно. Значит, что хочу сказать по полиграфии. Нормальная коробочка, все качественно, как обычно, внушает доверие. На коробке опять нигде не написано, где он сделан, то есть написано вот Motorsport International GmbH Германия, но вот именно слово Made in Germany я не увидел нигде. Возможно, он сделан не в Германии, поэтому так пишут. Ну, теперь давайте посмотрим, каково же качество этого фильтра. На фильтре полиграфия, в принципе, удачная. Все четко, ровно. Претензий у меня никаких нет. Открываем. Значит, устройство у нас тут интересное, с переходничком. То есть вот такой вот штуцер выточен. Такая вот штука еще накручена. Резиновое уплотнительное кольцо. Оно квадратного сечения, такое достаточно мягкое. Четыре отверстия. Резьба нарезана. Ну тут не увидеть, потому что стоит этот. А здесь резьба обычная нарезана на штуцере. В принципе, заусенцев ничего такого нет. Все аккуратненько собрано. Очень так качественно. Вот эта штука так вообще. Она пластмассовая, то ли она. В общем, внушает доверие. Перепускной. Противодренажный, прошу прощения, все время их путаю. Это стружка, не обращайте внимания. Противодренажный. Такой клапан я видел у МАНов. Видите? Он тоже силиконовый, либо полиуретановый, я не знаю. Вот. Ну, очень хороший клапан. То есть он вот легонький, лепесток у него. В то же время как бы прижимная у него хорошая. И возвращается. О, присосался. Смотрите. То есть он как липучка присосался. Качество хорошее, то есть этот противодренажный клапан должен явно держать хорошо масло внутри фильтра. 5. Дальше. Вот такая у нас высокая фильтрующая катушка. Что интересно, здесь вот видите, фильтрующего материала не видно, а есть какой-то клапан. То есть клапан здесь. И клапан здесь. Здесь перепускной клапан резиновый. Такой прижимается хорошо. Качественный, такой мягенький. И его вообще нажать очень трудно. То есть на нажатие он очень тугой. Ну, в общем, вот так вот. В этом фильтре интересная особенность. В нем два клапана. Фильтрующий материал. Что хочу сказать. Очень-очень часто уложен. То есть смотрите, все ровненько, все четко. То есть очень понравилась мне вот такая укладка. Сам он не толстый, не тонкий, он средний. На изгиб вот сильно-сильно он не рвется. То есть ничего с ним не происходит. То есть очень крепкий он. Наверное, можно считать его там каким-то long life, что ли. То есть длительного срока на большие интервалы. Потому что он такой жестковатый. Упругий такой, не рвется. Вот такой вот фильтрующий материал хороший, прям впечатление оставил. Так, ну и что тут у нас еще остается? Остается у нас вот такая прижимная пластина. То есть опять видите, высота небольшая, это не пружина, которая вот так вот сожмется. Тут высота небольшая, то есть полезная площадь фильтрующего
материала практически на всю высоту. То есть, вот видите, на, вот тут еще прижимная будет. Ну, то есть, площадь фильтрования у этого фильтра, он и так-то громадный. У него она просто очень большая. Фильтр реально хороший. Вот. Не думал я давно, меня давно мне на глаза не попадались фильтра с настоящим немецким качеством. Вот, видимо, вот наконец-то я это увидел. То есть действительно можно назвать качество этого фильтра очень хорошее. Впечатлен на 5. Настоящее германское качество. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!